Кстати, Шипачев уже появился. Шипачев поставлял свою плюшку. Нарлан. Мимо Шипачева проехал. Ворота, передача направо, гол! И Йокерит выигрывает этот матч в овертайме. Виктор Лев останавливает время на отметке в 3 минуты 33 секунды до конца овертайма. 2-1. Третья победа Йокерита над московским «Динамо» в этом сезоне. Ну, вот эта тройка сейчас забросившая шайбы, конечно, движение было очень хорошее. Прямо они быстрее были динамовцев. Опережали и в движении, и в передачах. И ничего удивительного, что так они разыграли и практически на пустые ворота вывели Лева, который поставил точку в этом матче. Норман просочился там вдоль борта, выехал уже ближе к воротам. И направо на Лева, и Лев уже расстреливает ворота. 2-1. Ну, так, в 48 секундах, даже в минуте, может быть, от победы были динамовцы, не сумели поразить пустые ворота, получили в меньшинстве и пропустили в овертайме. В итоге Йокерит набирает 2 очка и выходит на третью строчку западной конференции, обгоняя как раз московское «Динамо» и чуть-чуть сдвигая это самое московское «Динамо» на позицию номер 4. Кстати, первый гол Виктора Лёва в сезоне.